Добрый день, дорогие друзья! Это новая серия преобразований в видеопрограмме «Стиль жизни от Дюденко». Девиз «Стильный народ, сильная нация». И поверьте, каждый раз я точно так же, как вы, в предвкушении конечного результата этих преобразований. А сейчас я хочу познакомить вас с топ-мастером одного из наших салонов. Это Светлана. Здравствуйте. А также ее клиенткой Катей. Здравствуйте. Сегодня Светлана выполнит Кате химическую завивку, окрашивание, стрижку, а также очень интересную укладку. Я думаю, мы сейчас пройдем в салон и выполним это полное преобразование. Идемте! Вначале Светлана выполняет милирование Кати по всей поверхности головы, для того, чтобы в целом осветлить образ и создать игру светотеней в волосах. Позже, после химической завивки, она эти осветленные пряди протонирует. Для того, чтобы ускорить процесс обесцвечивания пряди в фольге, отправляем Катю с помощью вот такого вот прибора в виртуальную реальность, где время идет намного быстрее. После работы с фольгой Света сейчас заплетает волосы вот таким образом, единым жгутом по кругу. После этого она нанесет химический состав, а когда уже полностью выполнит весь процесс, протонирует вот эти пряди красивым тоном. После того, как плетение окончательно выполнено, Светлана наносит химический состав вот на эту конструкцию. И будет очень интересная нетрадиционная химическая завивка. После вот такой вот необычной химической завивки мы тонируем пряди осветленные специальной пенкой. Эта краска называется притягательная, то есть она безаммиачная, она без всяких окислителей. После многочасовой работы мы имеем конкретный результат. Полностью поменялась окраска, выполнили химическую завивку. Я хочу спросить у Светланы. Светлана, скажите, а можно ли было этот эффект сделать с помощью спицы и утюгов? Просто накруткой? Да, конечно, можно было, но не было бы такого долгосрочного эффекта. Конечно же, завивка дает многомесячный эффект, длительный. И я могу подтвердить, что тогда бы после накрутки на спицу мы бы потеряли длину. А так длина у нас осталась полностью. Ну что же, я надеюсь, что следующие преобразования будут не менее эффектные. Подписывайтесь. До встречи.